вести себя непринужденно. Ух ты, зараза такая. Есть, зарубил его. Обалдеть, он вообще бил куда-то влево, а попал по мне, хотя я был вообще справа. Блять, синхронизация просто шикарнейшая. Да они так просто разворачиваются. Они могут спиной к тебе быть, но при этом как-то развернуться и убить. Типа сильные профессионалы? Я им сейчас так буду в шею, блядь, тыкать. Вот у меня 15 секунд кричит. Что там, блядь, зарубило в шахте в этой? Пизда там. На тебе, в живот, блядь. За точку. Ага, тут где-то у нас лучник завелся, вижу. Арбалетчик, точнее. Сейчас попытаюсь его... Опа! Попытаюсь его снять. Все, ему голову отрезал. К чертям собачьим. По мне, кстати, два раза успел выстрелить, между прочим. Я бегу. Давай, Саша, и тут их уже двое. Ты должен слышать меня. Все, я слышу, ты кричал давно, но мне все. Он перезаряжается. Арбалетчика сначала убей. Если можешь. На, говно. И что это у тебя какой-то серп? Что это такое? На. Так, Саша, нам нужно двигать или что нам нужно делать? Что двигать? Да-да-да, двигать надо. Ну, тачку эту, да? Да-да-да. А что мы рядом с ней тогда не воюем, а я ходил арбалетчика убивать, объясни мне. Как-то, блядь, не камильфо получилось. Ну, тачка едет, я вижу. Ай! Ай! Сука! Блядь. Слышь, мы какие-то трупы везем, ты видел? Да-да-да, труповоз как шлюзу. Можно ее, я не знаю зачем, но уже почти полпути 40% есть. Следующее задание, сбросить трупы водные. Мы типа как заражаем. Бля, это классно. А что этот тип там делает? Где? Он тут делает, наверху. Не знаю. Пидорас. Я, короче, я в труповозку сел эту. Вон, сзади, вот. Саша, сзади. Все. Убили. Все? Да. На! Вон еще бегут. Давай, иди на меня. Опа. Все, меня порубали, блядь. Да выпендривался, блядь, на этой. О, я голову отрубил. Я так что, блядь, да выпендривался на этой труповозке, стоял там, в щит стучал. Они меня, блядь, просто подошли и порезали. На, блядь, спину. Я иду. Что еще? Я бегу. Саша, держись, Саша! Один есть? Ох ты, что? Он с каким-то молотом, блядь. Страшным, очень страшным. А, блядь, попал под... Под раздачу попал. Подожди, я хочу... А может, я тоже какой-то себе там серп выберу или что-то? Да, возьми копье, блядь. Ладно, попробую с копьем хоть разочек. Ну, да. Очень хорошее, особенно тыкать им. Как тыкать? Вверх колесико или вниз? Побольше вверх. Ага, я понял. Но им попасть надо. Но я, в принципе, люблю жалить, как пчела. Нет, что-то не попал. Блядь. Зачем я крутил этим копьем? Слушай, Саша, я уже миллион раз по нему ударил. О, тип меня спас. Блин, да нет, что-то мне не понравилось. А ну, какой тут еще копье у него есть? Блядь! Вороний клюв. Что за вороний клюв? Это то, что у тебя вот это было? Сейчас посмотрим. Я не знаю. Ну, я думал, что у тебя какой-то серп. А у тебя, оказывается, это был, походу, вороний клюв. Ну да. Он за тобой бегу. Ты тоже это копьеносец, да? Да. Я сейчас чем говорю. Да, я тоже. Лучник. Ох ты. А что это был за прикол? Я только что копье вставил в землю, показал на него пальцем. Это ты цен нажал. Не набегу. Я же говорю, что это таунт как насмешка, то есть
Просто, когда ты ходишь, ее не надо нажимать. А вот когда... Ох ты! Нет, ну это понятно. Нет. Что-то у меня за этого не сильно, короче, получается. Что-то мне как-то не нравится. Ну, не знаю, я тут, блядь, третьего уже убиваю. Я лучше возьму пехотинца. Вот мой выбор это... Четвертого. Это пехотинец. Это мой выбор. Щит, баклер. Я хочу щит взять, конечно. А здесь охотничий нож, короткий меч. Ой, Саш, да все. Считаю, шестой. Все это неправда. Так. Седьмой. Не покручу копьем. Подождите, подождите. Второй раз покручу. Умру. Давай, нам надо тачку катить. У нас время идет, ты там копье крутишь. Почему я два раза копьем крутил? Ну, понятно. Ты что, они там все бегут? Сука, рыцарь, я буду жалить, как пчела. Давай, папа. На тебе, горляночку твою. Я беру. На, зарезал его. Опа, блин, поздно увидел. Бля. Да, суки, блядь. Одного зарезал. Сколько времени? 90%, давайте. Ах, сука, лучник меня на перо посадил. Двоих, конечно, там поборол, как бы, как мужик. Но, блин. Сейчас мы заканчиваем эту фазу, потом вторая. Если мы еще и эту закончим. Что мы пропихать ни хера. Ой, да, что-то они уже начали. Ну потому что все, расслабили свои ягодицы, блядь, и все теперь. Оо, давай, давай, иди, иди, иди. А, далеко еще. За вас. А туда зайти нереально, блядь, там. Мы все вместе. Яра. Отлично. Все, дотолкали. А знаешь, как это получилось, Саша? За мной вдвоем погнались, и они, короче, меня пытались убить, и щитом закрылся, один другого убил, короче, понял? А? Своего же. А я того убил. Обалдеть, нас тип только что двоих раздуплил. Тачка. Я не понял, она или упала туда, или не упала, я не знаю. 100%. А, ну все, значит. Теперь нужно шлюзные. А, о, тут не один этап, оказывается. Не три. Шлюзные ворота. Давай. Давай, это ты гонишься за тупом? Да-да-да. Я тоже буду кричать. Ой. Ой. Как это? Не знаю. Но само крутится или? Ну, наверное. Что нам нужно? Сзади, сзади, сзади! Он еще, блядь, там... Однучник. Ой, сука! Бать, сколько их тут. Короче, я еще одного успел убить, но их слишком, Саша, было много. Я не понял, как нам захватывать эти штуки. Ну, оно крутится, типа. А, в этом плане. А, вот видишь, о! Чего, чего, не понял. Ну, мы сбросили трупы. Угу. Да кто? У меня свой. А потом сам умер, блядь. Нет, он не сам умер, его рыцарь убил. Ну да, его убили. Сначала он меня убил, а потом его убил. Саша, помоги, я тут еле... Один в меня копья кидал. Да, вот этот.
Блядь. А, да кто? Ой, ач, сука. Не знаю, тип просто сзади забежал и двоих нас порубал. Нажмите F1, чтобы воскрешаться резервуаров с водой. А это хуйня. Нам нужно заходить. Давай, побежали, побежали, спринтом. Справа. Поднимаем за нами. Я за нами сами. Ебать, он меня порубал. Вот так, гач, гач, зебра этот. Зебра хороший воин. Хороший. Убить семью короля. О! Нормально так задание. Детишки? Я люблю детишки бывать. Что здесь детишки? Не, серьезно, интересно, кто там. Ну, семья короля. Наверное, женщины, да, дети. Ты что, ты на меня такой защитник с алебардой бросился? Ох ты, блядь, лучник еще. Нам еще пизды будут. Это пульта? Блин, меня лучник сверху обстрелит, я не мог к нему забраться. А сзади обойти можно? Не, блин, я думал, что я сейчас наебу судьбу, как бы сзади обойду. А нет, можно. Ой, ебать, его нахуй! На пятерых я просто вылетел. Я подошел, начал разбивать. Они спрятаны за деревянными этими, понял? Сейчас я к ним доберусь. Ой. Видишь, что там делал? Уничтожить три. Я немножко разбил. Да, да, давай кричать. Бежать и кричать. Подожди, о, вот, давай сюда. Давай не буду орать. Просто сейчас. Подожди, подожди, катапульта. Че, стрелять можно? Да, можно. А, да-да-да. Только куда я стреляю, я не подпинаю. Куда-нибудь, стреляй. Саша, фаер. И... в башню. Нихуя. Короче, побежали через мост. Да, это хуйня какая-то. Это если бы они были на мосту, тогда да, так это хуйня. Давай, вон наши там уже третью почти уничтожают. Там уже уничтожают, я хочу посмотреть, кто там. Там лучник, лучник, лучник. Я вижу. Ребята, уйдите. А, меня порубали. Я сражался как лев просто. На меня порубали. Герард Шомс. Ну что, ты увидел, кто там, кто там? Нет, я не мог пройти. Сколько там еще нам? У нас еще 15 минут. А я думаю, мы за 15 минут уничтожим. А я не знаю. Там такая русская пуста. Саша, ну когда узенькая, это ж хорошо. Очень. Он что-то... Ай, лучник! Ай! Как туда подняться, блин? Я не знаю. О, вон мост какой-то. Сейчас, сейчас, я возьму арбалет. Поверну его, сейчас. Подожди, Саша, я уже повернул. Я почти... Ах, блядь, нельзя. Я думал, сейчас я самый умный, понял. Все, 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 я уже... Ты шо их тут бежит? На! Обалдеть. Да не, я выбежал их человек 6 мне навстречу. Они меня сразу бац и... скосили. Нет, не наши. В том-то и это дело, наш... Саша, что не наши это были. Не, ну мы потихоньку уничтожаем все-таки. Ну не мы конкретно, а наши ребята, потому что я лично дальше моста не могу пройти. А, надо, видишь, блядь, они с катапульт стреляют. Блять, а чуть не упал. Так. Они с катапульт стреляют в эти защитные хрени. Убить, 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 кто убить, там? Убить. Я не знаю. Нет, это просто какие-то мужчины. Все, мы тут всех казнили.
Он заходит сзади, сзади, сзади. Ух ты! Прям, блядь. Осталось только две королевских семьи. А что, у него много семей, что ли, королевских? Одну убили, еще две осталось. Походу, король еще тот Жиган Лимон. Парнишка симпатичный. Меняйте лучники, раздражают их. Да, да, да. Вон на троечку надо добить. Я побежал дальше. Ага, они тут жестко защищают ее. Ой, ты что? Твой охуенный мост? Твой дерево? Блин. Подожди, обойти нельзя? Нет. Нет, я обошел. Вон. Ебать. Да. Что-то меня лучник убил, блядь. Сука. Блядь. Да там пару тычек ударить надо. Ребят. Да, там вообще хуйня. Ну вон я вижу, на двоечке уже получше. О, да, двоечка уже тоже. Пока мы там боролись. Смотри. С теми на тройке, те били по двойке. Блядь, звучит просто обалденно. Представляю, как они... Чего? Вот, курвучка. Так, так, тихо, тихо, тихо. Сейчас не орём, не орём. Пойдём. А, они уже убивают. Давай, Саша. Опа! А мы тут, а! Он стал прям защиту. Да, блядь. Вот и королевство сынов, блядь. Да? Да? Да я прям туда забежал, я хотел устроить геноцид, но не успел, потому что мне рыцарь мешал. Типа, сильно верный своей семье. И это будет последний, кстати, этап. Надо убить их. Вот третью будет очень сложно, они все там будут. Ну понятно. Кто хочет выгнать игрока? Я не знаю, они просто. Командный урон 38, это много или махан? Я не знаю, я проголосовал против, потому что я всех люблю. Бабай, you fucker. Да, за 60%. Хулио, а то хилио. Саша, мы убивать не идем? Я к третьей подхожу уже. Прикинь, я уже замахнулся, чтобы казнить его, и меня, блин, в спину. Прикинь, вот. О! Что такое? Все, я казню. На! И тебе, сука. И тебе, блядь. И тебе. Все. Все, осталась только одна семья. Вот сейчас там будет жестко. Не, я пробежал почти. Но мы разбили ее, да? Да, да, да. Я там уже даже одного убил. Там их 4 осталось. Они там столько туда бежит людей. Я туда забежал, пробежал через них всех и уже замахнулся, чтобы... Они на тычку буквально, ты ж видел. Я уже замахнулся, чтобы нанести эту тычку, и меня в спину, короче, тип копьем. Все уже, поебали. Прикинь, я опять не успел зарубить. Да чё за фигня, блин? Я там прям как Бэтмен прыгнул сверху, там рубанул, короче. Вот я уже вот уже поднял просто, блин, он промахнулся. Давайте, мы же должны это домучить, блин. Блядь, голову отрубили, сука. Как тебе, Саня, без головы, нормально? Отлично. Шикарно, да? 24. Нет, и тут слишком много. Сейчас я попытаюсь
наебать. Почему наши типы можно с собой дерутся? Я не могу понять. А, ну я не успеваю уже третий раз. Короче, все, я так больше делать не буду, я буду драться. Все, заходим, смотри, нас толпа бежит. Ну, конечно, они на меня все отвлеклись, вы себе зашли. Если бы не я, то... Они тупо сейчас лучника взяли. Ну, правильно, отстреливать нас. Это очень логично. Тут у нас тоже парень. Лучники, вижу. О, типа скинули со скалы, он разбился. Прямо у меня на глазах. О, я забежал! Я забежал! Ну так руби. На! А! Давай, последний! А, сука, последний! Один, там один остался. Понял тебя, Саша. Я попытаюсь. Есть. Есть. Королева. Не было там королевы. Королева. Ты бы видел этого. Это было просто кросс длиною в жизнь просто-напросто. Да, в этом у меня точность 75%, конечно. Ну, у меня 70%. Ой, Саша, все. Не ври. У тебя, наверное, больше.